Так, вот такого красавца сегодня разлупим. Термит арамидный. Даем споему. Даже нету вообще деформации. Ну вообще да, прям ноль. Видно, да. Что, с подушкой нормально будет? Нет, с подушкой точно. Завязывает. Она почти вышла, да? Ну, она, да. Где-то вот в верхних слоях, смотри, прям да, бугорок торчит. Да, торчит. А тут... Ну, из-за того, что, видишь, углы такие скошенные, что там часть энергии тратится там, ну, как бы в рикошет. То есть, да, она сюда пришла, да, и... У нас в прошлый раз мы стреляли такой с ВМП, и там из 5 попаданий 2 вылетели. Ерыгин. Так, Ерыгин, да. По форсу. Угу. Вот здесь уже нормальная деформация пошла, да? Прям четко лобовое. Да. Вот попадание, вот винт. А это засверленное отверстие от винта. Вот такое симметричное. Значит, пуля вот здесь. Так, вот он. Тоже прямое четко. Попадание. Ага. И тут еще даже меньше выпуклость. Вообще чуть-чуть. Оп. Давай, Ерыгин. Продолжаем. Ерыгин. Какой мы там стреляли? Вот этот вот свежий, это, да? Да, свежий. Угу. А с обратной стороны? Ну, чуть-чуть вообще. Ну, вот этот, чтобы сразу было понятие, да, это трещина, где материал складывается. Ну, когда его укладывают в форму, в пресс-форму. Слушай, ну я не знаю, сколько здесь, миллиметра 3, блин, да? Ну, максимум, да, 3-4. Вот это отверстие, это тоже от болта. Крепление. Давай еще затылок. Знаешь что, лупани чуть-чуть вот повыше куда-нибудь вот в эту часть, да, посмотрим, как она уйдет, как с ПМ вот сюда. Вот она внутри ушла, по внутренней пошла стороны. Вот, вот сама пуля, да, да, лежит? Да, прям лежит, запуталась. Короче, пошла между слоями вот да, так. Не по верхней, ну, нормально. Здесь даже, знаешь, видно траекторию вот. Где краска да, треснула.